Напевно, ви чули про те, що у Криму підготували новий шкільний підручник з історії. У ньому десятикласникам розповідають про кримсько-татарський народ зрадників, про рятівну депортацію і про те, як радянська влада допомагала кримським татарам на новому місці проживання. І ось про особливості кремлівської пропаганди на окупованому півострові вам розповість Павло Казарін. Этот учебник вообще хорошая иллюстрация того, какую роль готова отводить крымским татарам Российская Федерация. Любая российская власть в Крыму обязана болеть татарофобией. Потому что вся идея русского Крыма стала возможной лишь после завоевания полуострова и победы над крымским ханством. Это прекрасно сформулировал глава оккупационной администрации Севастополя Сергей Миняйло в одном из своих интервью. Если крымские татары здесь коренной народ, то мы тогда кто? Причем у российской татарофобии есть свой источник силы. Эдакий священный грааль ненависти, имя которому советская версия истории Второй мировой войны. Победой в той войне советский человек любил оправдывать все. Репрессии и расстрелы, голод и гулаг. Это главный фундамент легитимности Советского Союза, главная его индульгенция. Без этой победы 70 лет советской истории выглядят как бессмысленная мясорубка. Память о Великой Отечественной нужна была Советскому Союзу ровно за тем, зачем она нужна современной Российской Федерации. Для самооправдания, для самообъяснения. Это компас, барометр и нулевой меридиан. Главная духовная скрепа, объясняющая империи смысл ее существования, а всем соседям причины для дружбы с этой самой империей. Более того, победа в той войне была объявлена универсальным наследством и для народов, которые населяли СССР. В рамках подхода все они объявлялись народами-победителями, внесшими свою роль в победу над Германией. А коллаборационизм официально считался чьей-то частной инициативой. Исключением стали лишь крымские татары. Потому что в отношении них действовал другой принцип. Они были объявлены народом-предателем, среди которого нашлись отдельные герои. Из общего триумфального хора победителей их вычеркнули, а к празднованию 9 мая советские люди предлагали пропускать крымских татар исключительно через прилюдное покаяние. И в этом тоже нет ничего нового. Потому что в России история Великой Отечественной стала полноценной гражданской религией. Со своим иконостасом и священными текстами, апостолами и праведниками, демонами и грешниками. Рефлексировать вне канона на эту тему могут лишь еретики. Те самые, которым, как известно, место на костре. Ту войну в итоге в Советском Союзе стали подавать как борьбу абсолютного добра с абсолютным злом, а депортация рушит этот стройный концепт. Выходит, что в Крыму в 44-м году добро победило зло и затем само совершило преступление. Выходит, что это было не такое уж и добро, либо оно совершило не такое уж и преступление. Адепты империи уцепились за эту соломинку. И теперь из поколения в поколение рассказывают всем о том, что крымские татары, мол, сами виноваты, что депортация стала для них спасением от мести фронтовиков, и что в Центральной Азии крымским татарам жилось не так уж и плохо. Фантастический цинизм. Потому что адепты этого подхода не любят вспоминать факты. Например, что коллаборационизм был на всех оккупированных территориях, что этнические русские шли на службу Третьему Рейху не меньше всех остальных. А если кто-то решит высчитывать процентное соотношение предателей и героев, то пусть делает поправку на карту оккупации. Потому что коллаборационизм был возможен лишь там, куда дошел вермахт. Да, в Томске и Владивостоке не было охранных батальонов, потому что туда не дошла немецкая армия. А если бы дошла, были бы и там. Но эта тема обязательно останется табуированной для адепта империи, потому что рискует стать для него ящиком Пандоры, из которого рано или поздно появится главный вопрос о том, можно ли считать Великую Отечественную войну продолжением гражданской. Любая ревизия памяти о той войне чревата разрушением мифа. Любое разрушение мифа чревато обрушением неба. У советского адепта не остается ничего, за что можно держаться, ничего, за что можно ухватиться, ничего, что позволит ему гордиться прошлым. А потому он будет держаться за советские мифы до последнего. Он будет оправдывать депортацию крымских татар. Будет клеить ярлыки на целые народы. Будет воспитывать детей в ненависти к соседям. Он будет делать все, чтобы заглушить в себе главный вопрос. Тот самый, который когда-то озвучил присланный в Крым российский чиновник. Если они коренной народ, то мы тогда кто?